Сейчас будет заруба не на жизнь, а на смерть. А, точнее, на гитару, чего уж там. Гитара стоит перед вами. Давайте бросим жребий или просто выберем, кто будет первый. Жребий? Хотите быть первым? Будете первым. Дай бог, чтобы вы и после объявления результатов тоже были первым, чего вам желаю. Группа The Toy готова. Это было эмоционально, страстно и очень живо. Это был участник под номером 2. Поехали. Все готовы? Вот так вот, жирная точка, участник под номером 2. Очень круто. И третий претендент на гитару Fender. Неплохо, а даже очень хорошо, а даже очень круто. Третий участник дал жару. Итак, номер 4 у нас готовится к выходу на сцену.
Мне кажется, этот парень не зря грел пальчики-то перед выступлением. Пригодились. Кто считает, что гитары достоин участник под номером один? Мне кажется, ты мог сам не хлопать, там было достаточно шуму. Итак, участник под номером два. Участник под номером три. Участник под номером четыре. Но танцевал хорошо. Участник под номером пять. На мой взгляд, участник под номером один и участник под номером пять получили очень громкие аплодисменты. Абсолютно верно. Ребят столкнутся сейчас в битве. Хорошая точка была поставлена. Это был Владимир и Ярик, верно? Владимир и Ярик. Ярик и Владимир. Итак, кто считает, что победил Ярик? Спасибо, друзья. Приостановимся. Итак, кто считает, что победил Владимир? Не просто, да? А еще раз, Ярик. Владимир! Ребят, ну прямо сейчас не только я, еще и мои коллеги пришли к выводу, что Владимир погромче было. Yeah!
Итак, Владимир. Владимир наградит Владимира. Это бренд-менеджер компании Fender. Владимир Барбашин. Ему слово. Два Владимира. А я между вами пока желание загадаю. Подожди. Готово. Поехали. Итак, я думаю, желание Димы было, что все получили большое удовольствие от данного мероприятия. Как участвующие, так зрители, так и наши финалисты. Но прежде чем я вручу главный приз своему тезке, хотелось бы поздравить Ярика, который бился очень честно, в неравном бою. И какой-то один хлопок буквально не довел его до главного приза. Но, тем не менее, тебе вот этот комплект гитариста. Спасибо. Развивайся, это лишь повод, чтобы двигаться дальше. А тебе, Владимир, ты пока отложи свой Джексон, который также принадлежит компании Fender, и обними же ее, она теперь твоя. Молодец! Молодец! Ура!